Всем привет! Вы на канале Тракториста ВС. Сегодня 11 апреля 2018 года. Второй день подкормки озимой пшеницы с селитрой. С тремя тракторами МТЗ-82.1 и МТЗ-820. С сельками СЗ-3.6 и МТЗ-80 с прицепом 2ПТС-4. Приятного просмотра! И доросли и мали.
Погружаюсь, видно, бес меня вселился и столкнул меня с путя. Вязком топком черноземе угасает жизнь моя. Обхожу гектар проклятый, с той поры я стороной. Лучше премии лишите, но сюда я не ногой. На моем Т-150, а под капотом сотни коней. Их турбины ноздрями свистят, и больше тысячи крутящий момент. Мой конь железный, стали гора, ему болото и грязь нипочем. Я в непогоду выйду с утра, и с крыльев грязь я собью кирзачом. А в выходе тракторист, комбайнер и шофер, инженер-специалист, агроном, как банный лист. Мы работаем без сна в пару уборочной страды. Мы работники села, механизаторы.